Вернуть шест кому? Он принадлежит царю обезьян, что появился на свет из камня, на горе фруктов и цветов. Его ки разило, как огонь. Его боевой шест казался волшебным. Он защищал порядок на земле. И целая нефритовая армия не могла побороться. Царь обезьян уничтожал всех солдат, посланных убить его. Его магический шест был непобедим. Слух о его непокорности проник в запретное царство и дошел до горы пяти стихий, земли бессмертных. Каждые 500 лет нефритовый император устраивает персиковый пир. На нем небесные министры празднуют долголетие и пьют эликсир бессмертия. Один глоток этого небесного напитка дает вечную жизнь, свободную от смертных страданий и желаний. На такой пир и ворвался без приглашения царь обезьян. Нефритовый император был очарован царем обезьян, но главному военачальнику это не понравилось. Как командующий армией, он потребовал, чтобы царь обезьян склонился перед ним. Он плохо воспитан, но ничего. Дай ему любой почетный титул и отпусти его. Убедившись, что на небе и на земле все хорошо, величайший император оставил царство на главного военачальника и удалился, чтобы следующие 500 лет предаваться медитации.